Вот Игнатик наш каждое утро кормит птичек уличных. Я вот взял банку, а вот здесь вот дырочка туда. Вот выпадают маленько мимо. Я насыпаю. Внизу там тоже дырочки взял. Жуланы туда боятся поползать. Это поползень. Теперь там оно у меня прибито вверху. Притягивается. И здесь я его вот так задерживаю, чтобы никуда не ушло. Вот оно, привязано. А нет, это со стороны. Все. И тут снизу они, жуланы, залазят. И вот я им дырочку просверлил, маленькие. Вот они, дырочки. И они отсюда вытаскивают их. А другие вон там залазят, прорезаны отверстия. А тут снег не попадает. Если вода будет, вода сразу вытечет. Вот она. Какая. А здесь сороки прилетают. Я их голубей отхода, они там, ну, зерно-то. Туда бросаю. Воробьи залазят. Здесь сорок кормлю. Прямо перед глазами они. Сейчас чайник надо. Бери чайник и наверх. Покажу, как я пшеницу в кормушке закупаю. Мы ее в кормушке делали. Все. Сейчас я тут замкну наверх.